К началу нового учебного года в школе-гимназии города Шопокова Сокулукского района подготовились основательно. В учебном учреждении произвели ремонт классов, обновили инвентарь. Учителя гимназии гордятся своими выпускниками. Из 72 из них 12 в прошлом году поступили на бюджетные отделения вузов не только республики, но и в зарубежные. В школе-гимназии идет углубленное изучение иностранных языков. Сегодня выпускники учреждения обучаются в Китае, Японии, Германии и других странах мира. В этом году здесь будут обучаться 165 первоклассников. Нам бы хотелось бы пожелать в такой день, чтобы наши учителя также работали, как и в другие года, творчески и всегда были именно передовыми учителями нашей страны.